помню вот так вот, как огонь в глаза. И я очнулась, когда меня откапывали. И когда я увидела свои ноги, я стала просить. Я заплакала и стала просить, я их и не чую. Пристрелите меня, пожалуйста, прошу. Пристрелите меня, пожалуйста. Тут подошел командир дивизиона и говорит: «Эх ты, боевой разведчик, это как-то у кого же поднимется рука пристрелить?» Есть такое выражение, что на войне неверующего не бывает. Потому что каждый молится, каждый верит в Бога. И на войне как раз именно вера, она и помогает выжить. Потому что ведь вспомнить именно годы Великой Отечественной войны, девиз всего Советского Союза был, что враг будет побежден, победа будет за нами. Вставайте, люди русские, на славный бой, на смертный бой. Вставайте, люди больные, за нашу землю честную. На батарее были сплошь девчонки, а старшей было 18 лет. Лихая челка над прищуром диким, бравурное презрение к войне. В то утро танки вышли прямо к Химкам. Те самые, с крестами на броне. И старшая, действительно старея, как от кошмара заслонясь рукой, скомандовала тонко: «Батарея! Ой, мамочки, ой, родная, огонь!» И тут они заголосили. Наперебой запричитали всласть, как будто бы вся бабья боль России в девчонках этих вдруг отозвалась. Кружилось небо хмурое рябое, был ветер обжигающий горяч, былинный плач стоял над полем боя. Он был слышней разрывов, этот плач. Ему протяжному земля внимала, остановясь на смертном рубеже. Ой, мамочки, ой, страшно мне, ой, мама! И снова батарея. И уже пред ними, посреди земного шара, левее безымянного угла, горели неправдоподобно жарко 4 черных танковых креста. Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года, в воскресный день. И этот воскресный день был для Русской Православной Церкви Днем всех святых в земле российской просиявших. В этот день патриарший местоблюститель митрополит Сергий совершил божественную литургию в Елоховском кафедральном соборе. И только уже по завершении литургии узнал, что немецко-фашистские войска атаковали наши границы, вторглись на нашу территорию, и началась война. Написал собственноручно в своем кабинете и разослал уже по всем храмам, по всем епархиям для оглашения перед верующими. В своем обращении митрополит Сергий писал: «Повторяются времена Батыя, немецких рыцарей, Карла Шведского, Наполеона. Жалкие потомки врагов православного христианства хотят еще раз попытаться поставить народ на колени перед неправдой, голым насилием принудить его пожертвовать благом и целостностью Родины кровными заветами любви к своему Отечеству. Вспомним старых святых вождей русского народа, например, Александра Невского, Дмитрия Донского, полагавших свои души за народ и Родину. Да не только вожди это делали. Вспомним неисчислимые тысячи простых православных воинов, безвестные имена которых
русский народ увековечил в своих славных легендах о богатырях Илье Муромце, Добрыне Никитиче, Алёше Поповиче, разбивших на голову соловья-разбойника. Митрополит Сергий промыслительно указал на отечественный характер этой войны и на ее прообразы в лице прежних великих завоевателей, которые нападали на нашу родину, и помощью Божьей и героизмом русских людей были остановлены. Это был голос церкви, и народ прислушивался к голосу церкви, как к откровению Божию. Великая Отечественная война перевернула уклад русского православного народа. Некогда благополучная и процветающая жизнь церкви стала катастрофически угасать. Сталинская антирелигиозная пропаганда практически уничтожила христианскую веру. Практически. Еще до Первой мировой, в 1914 году, есть такие данные, что на территории Российской империи было где-то около 67 тысяч церквей и часовен. Соответственно, также около 66 тысяч было приходского духовенства. 64 архиерея управляли своими епархиями. А к концу вот этого периода гонений, то есть к началу Великой Отечественной войны, на свободе оставалось всего 4 архиерея. Это был, во-первых, местоблюститель патриаршего престола митрополит Сергий Строгородский. Это был также, значит, митрополит ленинградский Алексей Симанский, митрополит петерговский Николай Ярушевич и архиепископ дмитровский Сергий Воскресенский. Значит, остальные архиереи были или в лагерях, или некоторые из них служили, ну, в качестве священника в приходских храмах. И на свободе оставалось всего около 500 священнослужителей из вот тех 66 тысяч, которые были до революции. 8 апреля 1929 года принимается постановление в ЦИК и Совнарком РСФСР о религиозных объединениях. И с этого момента начинается новый этап гонений на Русскую Православную Церковь. Нужно сказать, что до этого гонения были, они начались сразу после революции, но они еще не носили систематический характер. А с этого времени начинается уже, ставится задача действительно полного уничтожения религиозной жизни в Советском Союзе. Приведу только некоторые цифры. С 1929 по 1936 годы было арестовано около 50 тысяч человек, расстреляно 5 тысяч. В самые страшные 1937 и 1938 годы было репрессировано 200 тысяч и расстреляно 100 тысяч. В 1939 и до начала войны, начала 40-х годов, также продолжались аресты и было расстреляно около 2000 человек. За историю гонений на христианство вот именно в это предвоенное время были предприняты самые жестокие и самые страшные гонения на православную церковь. Такого не было еще, так сказать, никогда в истории. Потому что советское правительство ставило задачу полного искоренения религиозной жизни. Внимание! Говорит Москва! Передаем важное правительственное сообщение. Граждане, война – это, безусловно, наказание. Война попущена Богом как горькое лекарство за те грехи, что совершает человечество в свое мирное время. Германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Вот тот дух православия, он так и остался в людях, несмотря на пятилетку безбожия. Вот. И вообще война, которая началась в день всех святых земле российско просевших, это было промыслительно, потому что, скажем так, эта гроза очистительная, как говорил патриарх Сергий Строгородский, она была необходима. Что если бы этого не произошло,
возможно, русский бы народ так и остался бы, может быть, без церкви. Во время войны, как никогда, люди осознавали, потому что в стрессовом состоянии человек как никогда понимает, что он остается один на один с Богом. И он, голос Божий сразу же стучится в его сердце. Он знает, что в такой ситуации ему не поможет ни генерал, ни там полковник или какой-то, потому что они шли на смерть. Они знали только единственное, что «Господи, я вручаю свою жизнь Тебе». И так многие проходили через вот эти военные годы, прошли, пронесли и стали настоящими верующими людьми. За Родину, говорю? А, это правильно. Еще станцуем. Именно эти слова услышала медсестра Анна Петровна Пряткина от своего командира, когда их взвод оказался под бомбежкой с неба. И он сдержал свое обещание. В День Победы он нашел Анечку Пряткину и станцевал с ней. Тогда весь Советский Союз ликовал, а военные будни вспоминали с содроганием. На передовой нет бесстрашных. Медсестра Аня тоже, как могла, боролась со своим страхом. Вы знаете, какой-то привычкой, что ли? Или привычкой, или вот этим чувством, что должна это делать я, вот, должна. Честно сказать, тетушка, когда провожала меня, когда подсаживала в вагон, Анька, да дает мне листок бумажки, Анька, не потеряй. Это молитва. То ли Богородица там, я сейчас не помню. Пусть она с тобой будет. Вот когда я пришла с фронта и своими ногами, когда я рассказывала ей вот свой путь боевой, вот видишь, тебя спас Бог. Вот было такое. Со мной лично было такое. Вот все вот эти люди, которые... В общем-то, шли на фронт, у всех были какие-то живые помощи, какие-то иконки, что-то они все равно вот брали с собой, и они стеснялись, может быть, это показывать где-то, но, во всяком случае, вот в самые тяжелые моменты они просто где-то вот держались за это место, где у них зашита была вот эта святынька, которую ему мать дала, когда он ушел на фронт. И, в общем-то, вот эта святынька, может быть, спасала его в эти тяжелые годы. Солдат без веры не может быть. Потому что вера – это тот духовный стержень, на котором зиждется жизнь человека. Вера для солдата – это как раз именно краеугольный камень, на которые вот он должен опираться в своем служении. Всегда именно День Победы у нас – это как раз именно пасхальные дни. И вот именно воспоминая те крестные страдания Спасителя, который отдал себя целиком ради рода человеческого, так и является именно примером для многих именно военнослужащих, что мы должны отдавать себя всецело служению. Господи, не дай меня в трату. Господи. Немецкие войска приближались к Москве, оставаться там становилось небезопасно, и 7 октября 1941 года
Моссовет принимает решение об эвакуации Московской патриархии. Сергию вместе с ближайшим окружением предстояло отправиться к месту эвакуации в город Чкалов, это нынешний Оренбург. Но митрополит выразил пожелание не уезжать дальше любимой им Волги. Что символично, Волга – это один из символов России. Отъезд состоялся в великий православный праздник, День Покрова Пресвятой Богородицы, 14 октября 1941 года. Сопровождавший Сергия протоиерей Александр Петрович Смирнов вспоминал: «Покидая Москву, мы все ясно сознавали временность нашего отбытия, и поэтому состояние духа у отъезжающих было бодрое». К сожалению, нельзя того рассказать о здоровье митрополита, которому было уже за 70, а все пережитые тяготы и испытания, конечно, отразились на его здоровье. И в пути на станции Рузаевка он почувствовал себя очень тяжело и даже попросил его причастить и исповедовать. Но в то время местоблюститель патриаршего престола просто не мог покинуть эту грешную землю. На его плечах лежала ответственность за будущее Русской Православной Церкви, за будущее христианства. В Пензе митрополиту Сергию оказали медицинскую помощь, и он пошел на поправку. И 19 октября прибыл на станцию Ульяновск-1. Будущий митрополит Сергий, будущий патриарх Сергий, Ваня Строгородский, родился во второй половине XIX века, в 1867 году. Он был человек еще того времени. Закончил семинарию. В 1890 году принял монашество и уехал миссионером в Японию. Митрополит Сергий был настоящим монахом. Он ежедневно исполнял свое монашеское правило. Он вставал в 3 часа ночи и читал чин 12 псалмов. Он обязательно каждый день читал Евангелие на нескольких языках и считал это своим библейским уроком. У митрополита Сергия был очень хороший, теплый и проникающий до сердец голос. В нем не было никакой властности, помпезности. В нем не было никакого самодовольства, в нем была внутренняя мука. Очевидцы того времени, те, кто постоянно общался с митрополитом Сергием, будущим патриархом, говорят о его мягком, добром характере, отзывчивости, о том, что он был молитвенник, что жизнь он старался вести праведную, окружающих тоже в этом наставлял. Даже здесь, в Ульяновске, когда он был, есть такие случаи, когда он мог отдать свои вещи, какие-то принадлежащие ему, там, бедной женщине, которая обратилась к нему, у которой погибли все дети на войне. Поэтому, конечно, как христианин, он был добродетельным человеком. На начало Великой Отечественной войны в Ульяновске осталась единственная действующая церковь – Воскресенский храм на кладбище. И то не от большой любви властей, а просто устраивать клуб, кинотеатр или какой-то склад среди могил – ну просто глупо. Но тем не менее, в первые месяцы войны власти добрались и до нее. 13 августа было принято решение отдать храм под пункт «За год зерна». Но устраивать амбар из Божьего храма – это вообще кощунственно. И только то, что центральные власти в Москве сменили свою позицию по отношению к церкви, спасло этот храм от поругания. Господи, сию с нами буди, и ногу борозди тебе. Помощников скорбих не имамы, Господи, сил помилуй нас. 26 октября 1941 года именно в этом небольшом, но великолепном храме, памятнике архитектуры и истории, состоялось
первое служение Сергия на нашей Ульяновской земле. Это было соборнее служение, потому что в нем приняли участие все иереи Русской Православной Церкви, находившиеся на тот момент в Ульяновске. И у всех православных верующих это действительно стало знаковым событием, что именно отсюда, можно сказать, с этого небольшого храма, посреди кладбища в городе на Волге, началось возрождение Русской Православной Церкви. Но кладбищенская Воскресенская церковь не подходила для соборных богослужений по своим размерам. День ото дня на службы собиралось все больше верующих. После долгих поисков подходящего церковного здания было принято решение переоборудовать под патриархию бывший костел на улице Водников, ныне Корюкина. Это здание ранее было общежитием. 30 ноября, то есть через месяц небольшим после приезда в богоспасаемый град Симбирск, митрополит Сергий освятил церковь и провел первую литургию. Ее служили без профессионального хора при пении верующих, они же принесли иконы. Главный престол храма был посвящен Казанской иконе Божьей Матери. Наш город Ульяновск для православных христиан, для Московской патриархии, для обновленцев, для всевозможных раскольничьих группировок, баптистов, сектантов и прочее, явился, был предназначен как бы могилой. Кончится война, и на этом закончит свою жизнь религиозные организации. И можно себе представить, как тяжело было митрополиту Сергию, когда он был выселен сюда, в Ульяновск, когда не было никаких создано для него условий для проживания. Они жили в убогом доме, и не он один, а так называемый синод. Там было, может быть, около 10 человек. И храм был им предоставлен такой, что всего около 100 квадратных метров. Но именно к ним пошел народ. И удивительно то, что вот мы всегда над этой темой задумываемся, почему же вот руководство вот города, партийные работники, почему патриарху Сергию дали 100 квадратных метров, а обновленцам предоставили довольно-таки приличный храм, который впоследствии много десятилетий, несколько десятилетий оставался кафедральным собором, Неополимовский храм. Это говорит о том, что все равно было негативное отношение к Московской патриархии, потому что митрополит Сергий прав он был или не прав, когда издавал декларацию свою, вот. Но он все равно был последователем патриарха Тихона, он был истинно тихоновцем. Но обновленцы, это была как бы новая живая сила, на которую надеялись и представители власти, что с ними легче будет работать и просто-напросто, в конце концов, расправиться. В 1959 году Казанский собор на улице Водников закрыли и вскоре снесли. Теперь о том, что здесь останавливался местоблюститель патриаршего престола, митрополит Сергий, свидетельствует лишь мемориальная доска на стене дома. Митрополит Сергий, находясь далеко от Москвы, продолжал оставаться главным сосредоточием Русской Церкви. И деятельность Московской патриархии в Ульяновске протекала по нескольким направлениям. Во-первых, это было управление Симбирской епархией. И управление было достаточно успешным, потому что за годы войны здесь было открыто около 15 храмов в Ульяновске, в Ульяновской области. А на время начала войны, мы уже говорили, в городе был только один действующий храм. Второе направление было связано с управлением другими епархиями Русской Православной Церкви, особенно на освобождавшихся территориях. И третье, пожалуй, самое главное направление деятельности – это было духовное противостояние фашизму. Можно только думать о том, сколько слез было пролито здесь, на Симбирской земле, в Ульяновске, патриархом Сергием, потому что надежды-то, собственно, никакой нет. Вот идет война,
епархии нет, архиереев нету. И что ждет церковь в будущем, он тоже не предвидел. Слова Христа были сказаны: «Я создам церковь мою, и врата адова не одолеют ее». И никогда не одолеют врата адова церковь православную, потому что она жива, она действенна, потому что движущим началом или сердцем и телом Христом является сам Христос. Поэтому-то и жив был, и будущий патриарх Сергий жил этой надеждой. Бога мы не понимали в Бога, а веру в то, вот я, например, считала, все равно останусь жива. Я боевая вообще немножко была девочкой-то. Вели себя как настоящие воины. Не унывали, не были голодные, полухолодные, все равно все пережили. Ну, а так много очень мы друг другу помогали. Часть была очень дружной. Нина Голубева попала на фронт в 16 лет. В отдельный женский полк связи 14-й воздушной армии освобождать блокадный Ленинград. Ниночка – молодая, с боевым характером, радиотелеграфистка. Но страх вместе с клубящимися облаками пыли, дыма и пепла буквально витал в воздухе. Его чувствовал каждый. И Нина Ивановна как сейчас помнит, как это было страшно. Очень. Особенно нам, девчонкам, вот молоденьким девчонкам, а мне вообще 16-летней, конечно, закаменела вся. Сердце закаменело, и уже ничего не соображаешь. Сейчас хуже стало, мне полегче было, а сейчас хуже лежу, и все в голове это бродит, как было. А раньше было легче, потому что на работу бежишь, заботишься, вот все это. Всего в их полку обеспечивали непрерывную связь 2000 связисток. Ради самых желанных двух слов «есть связь» отдавали свою жизнь. До Риги, где 14-я воздушная армия встретила День Победы, дошли только три девушки. В их числе и Ниночка Голубева, которая верила, что вернется с фронта домой. Священники и миряне не только молились за победу Красной Армии над врагом, но и активно принимали участие в помощи фронту и тылу. В 43-м году церкви было разрешено открыть банковский счет, которого не было раньше, для того, чтобы централизованно проводить сбор средств на нужды фронта. В итоге было собрано около, даже более 300 миллионов рублей, не считая драгоценностей, вещей, значит, продуктов и так далее. Самым таким большим материальным вкладом стало создание на собранные деньги церкви, создание танковой колонны Дмитрия Донского, в которую входили 40 танков Т-34, а также создание авиационной эскадрильи имени Александра Невского. Кроме того, многие священники, миряне, сами стали солдатами, прошли дорогами войны, многие из них участвовали в партизанском движении. Многие из православных мирян, которые участвовали в войне, пережили эти страшные события, потом после войны ушли в монастыри, и среди них можно назвать таких действительно великих людей, как наместник Псково-Печерского монастыря архимандрит Алипий Воронов и духовник Троицы Сергиевой Лавры архимандрит Кирилл Павлов. По Божьей воле на Ульяновской земле бывал и будущий патриарх Московский всея Руси Алексей I Симанский. В годы Великой Отечественной войны митрополит жил и служил в блокадном Ленинграде, время от времени приезжая к местоблюстителю патриаршего престола митрополиту Сергию в Ульяновск. Священники, так же как и другие граждане Советского Союза, призывались в действующую армию во время войны, служили и рядовыми, и младшими офицерами. Один из таких вот случаев – это будущий патриарх Московский и всей Руси Пимен из Веков, который был лейтенантом, служил в армии. Есть и другие описанные случаи, когда священники сами служили и даже благословляли войска на те или иные битвы или операции. Благослови, батюшка, облегчи душу.
Ты же неверующий. А что, неверующим нельзя благословения просить? Вам, служилым, все можно. Отца и Сына и Святого Духа. Иди с Богом, сын мой, ничего не бойся. Господь с тобой. Благословите и меня. Господь и Божья Матерь тебя благословят. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Иди, комбат. Ничего не бойся. Православные христиане, мусульмане и других вероисповеданий во имя Отца и Сына, Святого Духа. Аминь. Одно святое дело делаем. Россию у ворога твоего воем. Во имя Отца и Сына, Святого Духа. Аминь. Божья Матерь встретит тебя как сына. Во имя Отца и Сына, Святого Духа. Аминь. Во имя Отца и Сына, Святого Духа. Аминь. Во имя Отца и Сына, Святого Духа. Патриарх Сергий, да, это была личность, это как бы действительно личность, которая прошла через огонь и воду, медные трубы, но, в общем-то, то, что он пережил сердцем, это, наверное, пережили такую же судьбу, пережили тысячи людей, не только священнослужителей, но и простых мирян. Многие осуждали его за то, что вот он заключил союз с атеистическим государством. Ради спасения церкви, если что-то он ушел на какие-то уступки, то именно так можно было. Он видел, что все идет к тому, что не по дням, а по часам к уничтожению церковной структуры. И поэтому он прилагал все силы для того, чтобы как-то сохранить вот это вот. И то, что были храмы еще в Москве, и то, что в некоторых, даже в район, в областных городах еще были храмы. Это все равно, это все заслуга митрополита Сергия. Вера митрополита Сергия спасла русскую православную церковь. Наверное, только его молитвами, только его духовными усилиями русская православная церковь сохранилась в том качестве, в котором она находится сейчас, и он не дал ей погибнуть. Патриарший местоблюститель предпринял важный шаг для нормализации отношений церкви с государством. Митрополит Сергий послал Сталину телеграмму с просьбой разрешить открытие патриархии банковского счета для пожертвований на военные нужды. Сталин просьбу одобрил. «Прошу передать православному духовенству и верующим мой искренний привет и благодарность Красной Армии». Сталин. Ну, конечно, надо понимать, что Сталин, прежде всего, был политиком. И вот эти причины, то, что люди воевали, собирали деньги, помогали фронту, сами по себе это ничего бы не изменило. У него были политические цели прежде всего. Во-первых, шла подготовка к Тегеранской конференции, и по условиям помощи США и Великобритании и открытию Второго фронта, одним из важнейших условий это было, значит, установление религиозной свободы на территории Советского Союза. И, естественно, Сталину нужно было показать, что это есть, это осуществляется. А в годы Великой Отечественной войны священники также именно неустанно трудились. И священники, они выполняли свой долг именно не только служа литургии, молебны в храмах, но выходили на передовую, как раз чтобы подбодрить солдат.
Конечно, они были не замполиты, а прежде всего те вот милосердные пастыри, которые взывали к сердцам, взывали именно к чувствам каждого солдата. Ведь, как я уже говорил, что на войне неверующих не бывает. Церковь понадобилась, да, тем более, что в эти годы в оккупированных регионах сразу же начались, Гитлер начал открывать православные приходы, восстанавливать архиерейское служение. И, естественно, это могло бы негативно отразиться на положении православных, которые на территории не оккупированы гитлеровцами. Поэтому пошло некое послабление. В той стране, в которой перед войной было оставалось не более 150 действующих приходов, в ней за время войны оказалось открыто уже около 1000 храмов, которые восстановили свою работу, свое богослужение. А на оккупированных территориях с попущения гитлеровских властей оккупационных было вновь открыто более 8000 приходов. Вот как. Ну, загад не бывает богат. И что это за миссия такая? Возродить на Псковщине православие. С помощью немцев? Нехорошо. Храмы возродить, конечно, надо бы. И народ без церкви тоскует. Но при немцах. Вот я такой, что мне бы иной раз и промолчать надо. А я возьму да и спрошу. Что же это, отцы родные? Не получимся ли мы предателями Родины? Советы безбожные нам не Родина. Все это так, но вы посудите сами. Я в честь святого Александра Невского крещен. Его своим заступником почитаю. А он немцев бил. Русские же мы. Пастырь добрый полагает душу за овцы своя. Народу нашему под немцам совсем плохо будет. Так разве можем мы оставить его еще и без Божьего утешения? Гитлеровская коалиция использовала церковь просто как обман. Была директива у Гитлера, что потом, после оккупации, прекращать всякое взаимодействие с церковью, так как это могло объединить людей на оккупированной территории. То есть это просто был обман. Такое, некая такая, знаете, ширма благоволения, но не больше. Потом начинались реальные преследования. Священники уже не только именно поддерживали воинов, да, там и партизанское движение, но поддерживали то население, которое уже оказалось на временно оккупированных территориях. Вот, помогало им, конечно, им было не просто этим священникам, потому что они понимали, здесь и враг может быть их убить, застрелить за их деятельность. Потом, придя уже, советские власти могут также именно какие-то репрессии с ними сделать. Но это их не останавливало. Они понимали, что они выполняют тот истинный свой христианский долг. Может, и попа заодно прищучить, а? Может, и попа. Да он вроде нормальный поп. Товарищ комиссар, за немцев не агитирует и пленным нашим помогает. Да что у вас тут такое творится-то, а? Что, понимаешь, не враг, то либо тихий, либо нормальный. Распустили вы народ. Будем исправлять. И даже в таких тяжелых, немыслимых условиях люди жили. Жили с верой, и многие вещи, которые происходили в их жизни, в жизни страны, никак по-другому не назовешь, как православное чудо. Облет с иконой Божьей Матери, как мольба о защите. Тогда фашистские войска подошли вплотную к столице, 20-30 километров до сердца страны.
И Сталин якобы отдает приказ тайно облететь на военном самолете с иконой вокруг Москвы. Многие военнослужащие и генералитеты были людьми верующими. Это и Малиновский, сын священника, это и Шапошников, белый офицер, верующим человеком был. Многие. Георгий Жуков возил, есть такое предание, образ Богородицы. Вот. Я думаю, что этот факт о том, что архиепископ Илья с Ливанских гор, который обратился к Сталину с письмом, что Петроград нужно обнести иконой Божьей Матери, вот, что немцы не должны его взять, это правда. Во многих местах этот исторический факт подтверждается. Я думаю, что это не вымысел. Есть еще предание также, что и Москва, и Сталинград тоже были обнесены иконой Божьей Матери. Подтверждение остается из уст в уста, как предание. Я считаю, что мифы не возникают на пустом месте. То, что эти рассказы с таким сопереживанием передаются из уст в уста, свидетельствует, что русские сердца жаждали этой небесной помощи. Я бы не пытался с такой буквальной исторической точностью подходить к этим фактам духовного участия святых и Господа в Великой Отечественной войне, а подходил бы к этому с точки зрения веры русского народа, который, безусловно, этого требовал. Официальных каких-то документов по этому нет. Самым лучшим бы решением молитвы за то, чтобы военные действия прекратились, разрешили бы патриарху будущему Сергию, митрополиту Сергию, молиться у кремлевских святынь. Они наши покровители, они защитники земли русской. И почему-то именно в это святая святых Иосиф Виссарионович не допустил никого из священнослужителей, только сам иногда там, говорят, гулял по этим храмам. Ты знаешь, почему мы живы остались? Я говорю, почему? Хотели жить, остались живы. Просто молитвами Матери мы жили. Матери за нас молили, мы остались живы. Я говорю, кроме молитв, конечно, твое летное мастерство, моя бдительность и своевременная реакция. Судьбу Василия Александровича Уланова война ворвалась на 18-м году его жизни. Тогда Красная Армия уже пошла в наступление. Макарыч, в ставке Гитлера ходят упорные слухи, что некоторых советских соколов некоторые несознательные механики перед боевым вылетом крестят. Ставки Гитлера все малохольные. Молодой Уланов был стрелком штурмовика Ил-2. Его лучшим другом стал командир самолета «Хомяк», как называет его Василий Александрович. Вместе они совершили 72 боевых вылета, неоднократно были под огнем врага, видели и гибель друзей. Мы говорили, самое страшное снится мне часто, что мы попали в плен. Я говорю, мне снится. Вот самое страшное, чтобы не попасть в плен. Здесь, в Ульяновске, в январе 43-го года, в день крещения Господня, митрополит Сергий Старгородский возглавил крестный ход на Иордань. После этого он простудился, заболел, долгое время был в тяжелом состоянии. В ночь на 2 февраля, когда как раз происходила Сталинградская битва, внезапно митрополит Сергий встал с постели, хотя он был болен,
плохо себя чувствовал, но он поднялся, положил 3 поклона, помолился и сказал следующие слова. «Господь воинств, сильный в брани, низложил восставших против нас. Да благословит Господь людей своих миром. Может быть, это начало будет счастливым концом». И действительно, на следующий день передали по радио о нашей победе под Сталинградом. Самый страшный – это вот этот последний бой был, конечно. Нет, никакой защиты нет. Беззащитный под ураганным огнем. Ну, что тут придумаешь еще? Владимир Михайлович Финилонов попал на фронт в конце войны, в 9-ю гвардейскую воздушно-десантную армию. О переправе через реку Раба Владимир Михайлович вспоминает с болью в сердце. Тогда погиб весь его взвод. Один солдат Финилонов с ранением, но остался в живых. Мать сугубо верующая, конечно, была. Вот. Ну, наверное, ее молитвами жив остался. Потому что весь взвод пропал. Весь взвод, все товарищи. Вечная слава героям, павшим в борьбе за свободу нашей Родины! В июле 1943 года в Ульяновске состоялось последнее предсоборное совещание. И именно уже отсюда, из Ульяновска, в начале сентября митрополит Сергий отправился в Москву и вместе с митрополитом Алексеем Симанским и Николаем Ярушевичем принимал участие во встрече с Сталином. Знаменитая встреча, которая состоялась 4 сентября 1943 года, после которой изменилось отношение государства к церкви. В результате этой встречи была достигнута договоренность о том, что Сталин дает разрешение на избрание святейшего патриарха, на создание священного синода, на издание журнала Московской патриархии, открытие духовных учебных заведений, семинарий, академий, богословских курсов. Также начинается освобождение священнослужителей, и им разрешается совершать требы. И также было принято решение об открытии новых приходов и о возобновлении деятельности закрытых храмов до этого. Когда в 43-м году появилась возможность собрать собор епископов, который бы избрал будущего патриарха, на этом соборе всего оказалось 18 человек. Вот это те, кто остался в живых. Многие были возвращены из лагерей даже. Возможность избрания патриарха в 1943 году – это, конечно, великое событие, поскольку 18 лет в церкви не было такой возможности. После того, как умер патриарх Тихон в 1925 году. Одно желание на всех – освободить родину от захватчиков. Мефодия Остапенко с 17-летним парнем призвали на фронт. Он мечтал об этом еще с самого первого дня, когда голос диктора Левитана прогремел по стране. Из Оренбурга, куда перебралась семья Остапенко, юный Мефодий начал службу в запасном артиллерийском полку. Это был 1944 год, а в апреле 1945-го его отправили на Дальневосточный фронт. 8 августа победного года, первый день наступления на Японию, Мефодий Иванович помнит практически поминутно. В землянке перед наступлением в час ночи. Крещеный Мефодий просил тогда у Бога даровать жизнь. И вот каждый по-своему думал, молчали, почти не разговаривали, курили и молчали. Я, например, молчал и думал, вспоминал. Отец как-то говорил, он участник Первой мировой войны и Гражданской войны, и говорил, когда я шел в бой, я читал молитву. И я начал мучительно вспоминать молитву. Да, некоторые остатки, Отче наш, например. Вот, я знал, как-то в детстве мать учила, учились мы, молились перед тем, как поесть. Вот, я вспомнил Отче наш, потом еще одна молитва была. Я ее тоже вспомнил, думаю, ну что же, это не лишний будет прочитать.
На памятнике патриарху Сергию написаны слова «Господь нам дарует победу». Эти слова стали действительно пророческими. Невзирая на трудности, на лишения, на потери своих родных, близких, товарищей, сослуживцев, верили, что это все ради победы. Помогала вера в Бога как раз выжить и победить. С одной стороны, это был народ безбожный. Это был народ коммунистов, комсомольцев, атеистов и гонителей веры. А с другой стороны, мы знаем, что в окопах неверующих нет. И как только жизнь ставит людей перед самыми тяжелыми испытаниями, они все вновь возвращались к вере, они все вновь возвращались к молитве. И даже самые, может быть, внешне закоренелые коммунисты крестились, идя в бой, обращались к Божьей Матери и Отцу Небесному. И тем самым в душах их совершался вот такой вот невозможный прежде поворот. И отношение русского народа к вере и церкви стало более теплым, с большей надеждой, с большей верой и упованием. Надо быть верным Христу, быть верным так же, как были верны те предшествующие нам поколения, и особенно помнить о тех, кто в годы войны не отказались от своего Отечества. Если сейчас мы празднуем День Победы, то огромную лепту возрождения страны нашей, сохранения тех духовных ценностей, исторических ценностей внесли именно верующие люди во главе с нашими пастырями, которые не убежали, которые остались со своим народом, и, я думаю, память о них сохранится в веках. Никто не забыт и ничто не забыто. И хотя не осталось на этом месте храма и дома, пусть жители Ульяновска и все те, кто посещает этот город, проходя мимо, задумываются о подвиге митрополита Сергия, о подвиге православных людей, которые не щадили жизни своей, защищая Родину. Пусть этот пример и сегодня укрепляет в нас любовь к Отечеству и способность защищать ее и в мирное время. И сохрани Бог, если когда-то возникнет угроза, Отечеству нашему, не размышляя, быть способными отдать все для его свободы и независимости.